Согласно Библии, примерно в 1650 году до нашей эры были разрушены Содом и Гоморра. За грехи своих жителей они были уничтожены серой и огнем с небес. Существовали ли эти поселения на самом деле и где они могли находиться в действительности? Чаще всего Содом располагают к югу от Мертвого моря. Вот это самая древняя карта Святой Земли. Только на телеканале «Звезда». С помощью современного оборудования мы установим местоположение останков исчезнувших городов и раскроем тайну библейских сказаний. Оборудование установлено на лодку, оно готово к работе. Улика из прошлого. Во вторник в 20:25 на телеканале «Звезда».